Привет! Привет! Вы на канале Мистер Макс. Сегодня мы открываем слизень, из которого можно делать кошечку, лягушку. Да, там на рисунках нарисовано. Это Magic Putty. Это мы привезли с собой из Германии. Мы думаем, что это лизуны, но что-то мне кажется, что это как жвачка для рук, более такая твердая. То есть это не совсем слизень. Что у нас есть там? Зеленая, фиолетовая, оранжевая и красная. Ну что, давай открывать? Давай. С какой начнем? С оранжевой. С оранжевой. Вот что тут? Лягушка, зайка, это то, что Макс там увидел. Такая вот штука. Ну, короче, жвачка для рук, только какая-то немецкая. Сейчас посмотрим. И вот так. Ага. Она в коробке. Круглый такой прикольный. Убегает. Твердая. То есть реально это жвачка для рук. Так, я пока открою зеленую. Это светлая. Ага. Салатовая. Во, досталось. Отлично. Такая вот прикольная коробка. Я думаю, что это оно все слипается вместе. А, это не просто шкурочка, оно. У меня тоже вот пузырь был. Так, как тебя достать? Тянется? Ой! О, класс, да? По всему столу даже больше. Да, растянулась на весь стол. А знаешь, она текучая. Если ее вот прилепить к стаканчику, она будет стекать потихоньку. А ну? А после нее можно будет пить? Можно будет, по-моему. Мы открываем новое, а оно пускай себе опускается. Хорошо. О, есть. И такое оно прикольное. Растягиваем. Стрик, у меня блинчик получился. Можно пиццу делать. Пиццу? Да, стрик, реально блин для пиццы. О, лопают пузыри. Ой, она рвется, смотри. Блинчик, когда сделала, она уже тоненькая рвется. О, а у меня кулак, смотри, сейчас какой будет. О. Кулак? Да. О. Моя ладонь превратилась в кулак. Ой, такая прикольная. Колбаса! Колбаса, да, и куча ниток. Она же интересная, и тянется, и рвется. Мы уже давно не открывали жвачки, они прикольные. Порвал на кусочки. Оп! Или можно тянуть. Сосиска! Ага. Оторванная сосиска. А смотри, если взять палка-палка огуречек, что получится? Палка-палка огуречек, что получится? Человечек. Человечек, вот такой. Смотри, какой у меня получился человечек. Хочешь посмотреть, какой у меня кружок? Покажи. А ты смотри, какой у меня человек. Пойдет? Палка-палка огуречек. Не нравится? Нет. А если ему сделать длинные ушки? Это уже лучше нравится? Да, зайка. Зайка уже прикольней. А ну если он посидит, он растает? О, смотри, это уже чуть-чуть спустилось. Но это долго вообще, он так медленно-медленно тает. Смотри, ушки опустил. Он заснул, наверное. Сидел себе, устал и заснул. Все. Отдыхает себе зайка. Ушки закрыл. Да, все. Превратится сейчас в такую в лужицу. Смотри, шар. Вау, попрыгун. Шар. Ай, развал. Завал-развал тут происходит от этих шаров. Шар. Макс на Пасху делал всяких пасхальных цыплят, да. Зайцев, а я попробую сделать в этой же формочке пасхального тоже цыпленка, только уже несъедобного. Ну? О, смотри, какой клевый. Да. Ну, пойдет? Да. А где заяц? Заяц? Вот заяц. О, давай этот заяц устал, и мы вот из него сделаем такого красивого зайца. Вот, ушки, голова. Вот. Так. О. Ты какого цвета его делаешь? Фиолетового. Этот оранжевый. Смотри, реально, какой прикольный зайка. Видишь, какой классный? Да. О, все, цыпленок есть, зайка есть. А хочешь еще яйцо? А вот и яйцо, давай сейчас еще яйцо, оранжевое, пасхальное такое будет. Красивое.
Может, красное или зеленое? Можно и красное, и зеленое сделать. Я хочу зеленое, чтобы увидеть, как оно течет. Видишь, как стекает? Да. Печенюшки мы делали с кремом. Вот туда делали дырочку. Опа! И туда мы что добавляли? Сгущенку. Вареную сгущенку, да. И у нас были такие вот красивые вот яйца, зайки и так далее. Со сгущенкой. О, все, смотри, как оно все по-праздничному. Класс? Разбитое яйцо. Кто-то уже желток там, видимо, выпил. Течет. Медленно, конечно, но стекает. Смотри. Чего? А, это курица снесла яйцо. Прилипла. Цыпленок прилип к яйцу. Спасайте. Смотри. Улетела. Привет, вот так вот. Вы на канале Мистер Макс. Пойдет? Ниндзяго. Точно, Ниндзяго, Мистер Ниндзяго. Ха-ха-ха. А это у нас шар. Попрыгунчик. Попрыгунчик из лизуна. А смотри, примерь маску. О-о-о-о! Я хочу маску. Давай аккуратненько, аккуратненько. О, придерживай. Все, придерживай сам. Ну? Все, растянулось. Еще прикольно, к волосам не прилипает, да? Да. Потому что если был бы пластилин какой-то, то уже бы все. Кулак дай. Или руку. Или кулак. А ну, давай руку тогда. Давай, о. Вот так вот палец пускай торчит этот. О. Перчатки у тебя, смотри, какие модные. Видишь, есть такие перчатки, где пальчики торчат. М? Да. Это у тебя такая перчатка. Это там либо для велосипедиста, либо... Ну что, ты можешь боксер. Быть... Или боксер, а может быть эти мотоциклисты, они же тоже могут таких быть. Да. Или велосипедисты. Не, велосипедисты таких нет. Не? Давай, а ну не спеши, я сейчас тебе попробую быстренько еще одну сделать. Вот так вот. Есть. Как-то вот так вот. О, все, у тебя две перчатки. Класс, а теперь ты можешь быть уже и боксером. Две боксер. Перчатки есть. Боксер. Да, и теперь... вот так вот. Ха, я тебя побил. Где? А знаешь, а как мы делали вот так вот? Скачет лошадь. Скачут две лошади. Я сделаю обратно попрыгун. Хорошо. Так, ну наш эксперимент по таянию потихоньку идет, видишь? Потихоньку течет, течет. Очень медленно, конечно, но течет. О, это что у нас было, зайка? Стри. Он еще живой. Он уже, конечно, упал, но еще такой, ушки видно. Все, попрыгун новый есть. Есть новый. А я сделаю этот, это фиолетовый. Попрыгун, попрыгун, попрыгун. Вот мой попрыгун. Хочешь все попрыгуны сделать? Можно. А я сделаю еще оранжевый тогда попрыгун. Да. А зеленый попрыгун. Зеленый тоже сделаем? Да. Не будем ждать, чтобы текло? Да. Ну, в общем, оно видно, что оно текло, оно так медленно вот чем о. Течет. Второй попрыгун. Смотри. Три попрыгуна. Угу. Четыре попрыгуна. У, кольчик попрыгану. И туда что? Сгущенку? Нет. Еще один. О, сейчас, смотри. Еще один кольчик. Попрыгуны на прививку пришли, да? Да. Классные прыгуны, только быстро растекаются. А смотри, что я придумал. Вот я миньона нашел на полу. Вот это может быть подставка для миньона. Вот. Угу. Он играет на гитаре, а стоит вот на такой подставке. И такой... Ла-ла-лу-ла-лей-ла-ло. А тут едет монстр-трак. И расплющил лизуна. Yeah. Прыгуна.
Смотри. А, и Миньона тоже. Ну, Миньона-то за что? Все, сиди тут. Лай-ла-лу-лай-лай-ла-ло. Ой, аж упал. Еще раз. Лай-ла-лу-лай-лай-лай-ло. На снеговика наехала. Ага. Пока там едет маленький монстр-трак, я вызываю супер-монстр-трак. Так, где еще? А ну. Во, сейчас смотри, что будет. Вот сейчас мы их выстраиваем. Смотри. Хочешь что-то с монстр-траком? А что, ну разве что глаза ему можно сделать. Смотри, он же как, может быть как Маквин. Вот тут у него глаза могут быть. Во. Два глаза у монстр-трака. Пойдет? Нет. Не? Не пойдет? Ладно, забираем. Нет. А, ты его просто решил залепить? Видишь? Смотри, после давления... Ну что, он прикольный. Это у него такие подушки безопасности. Это если будет ударяться, чтобы мягко было. Закончили? Да. Ставь лайк и подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока! Пока-пока!